Аплодисменты. Мы читаем сказку под названием «Великан». Сказку под названием «Великан» в исполнении группы под названием «Ангелы». Отлично. Здравствуйте. Сейчас мы вам расскажем сказку под названием «Великан». Прошу. Внимание. Жил-был великан.
в огромном замке. У него был прекрасный сад. Однажды он ушел к своему другу поговорить на 30 лет. И когда он вернулся, он сразу же лег спать. Рано утром его разбудили детские крики. Доносившиеся из сада. Там играли малыши всего города. Великан выбежал из своего дома, и прогнал всех прочь. И построил огромную большую каменную стенку. Теперь деткам негде было играть, и они просто плакали, потому что ничего прекраснее этого сада в мире не было. Зато великан вновь жил в спокойствии и тишине. Но тут в его сад пришла вечная зима. Только стужи и метель заходили на территорию его замка. Прошло много времени, и детки сделали огромное отверстие в стене и забрались в сад. Ага. И снова разбудили великана своими криками. Ай-ля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 -
возвращение весны. Ура! Ура! Все малыши залазили на деревья. Но только в одном самом дальнем углу сидел маленький пупсик и не мог забраться. Великан вышел и вместо того, чтобы прогнать, протянул руку маленькому пупсику. А тот в ответ поцеловал ему руку. Сердце великана растопилось. Да. Растаяло. Спустя некоторое время сад стал свободным для всех. То есть каждый мог гулять там. Великан долго разыскивал пупсика. Вы не видели того мальчика? Вы случайно не видели того мальчика? Где же мой пупсик? Где же мой? И уже отчаявшись, он увидел его снова в саду. Боже мой! Он выбежал, протянул ему руку, и тот снова поцеловал ее. Великан упал, и вместе с пупсиком они отправились в рай. Потому что мы вам покажем Небалет. И аплодисменты для Небалет. Нет, я хотел еще вступить на слово сказать. Да, конечно. Что? У нас было много идей, что нам показать, кроме балета. Мы попытались показать почти все, но остановились на песне. Главное, чтобы не болело. Главное, чтобы не болело. Что ж. Одни прилетели, как минута, и вот день выпуска настал. У всех все круто, у нас все плохо, и Юрик сидит, меня позвал. Где фотографии Коля? Он у меня спросил. Я говорю, вот фотографы. Коля и Кирилл. Остается полчаса, а у нас ничего не готово. Времени было за глаза, но работать вовремя не так уж и клёво. Почему статей так мало? И в чем, скажи, их суть? Но наша редакция ничего не накопала. Все оставим так, ну и пусть. Остается полчаса, а у нас ничего не готово. Времени было за глаза, но
работать по времени так уж и клёво. И вот я стою у экрана и что-то там промочу. Забери домой меня, мама, я позориться здесь не хочу. Остается полчаса, а у нас ничего не готово. Времени было бы ладно, надо поехать в городе, не так уж и клёво. Но неужели все получилось, и даже похоже журнал? А знаете, почему так случилось? Потому что Игорь так сказал. Ну и пусть досталось нам, и теперь все приуныли, но зато за полчаса мы целый журнал намутили. Я могу рассказать, как нам пришло вдохновение. Сидели мы, и ничего у нас не было готово. Смотрим, а полчаса до часу осталось, пол первого. Думаю, что делать? Пришлось петь. Осталось полчаса. Наша команда SB. Наш девиз «Живи буквами». Наше коронное движение 3-4. Отлично! Господа из Сибири, что же у вас? Танец. Ну, надо было как-то озвучить, люди в шоке. Музыка! Никак не отражает суть нашего выступления, мы будем высмеивать рекламу. Вернее, иронизировать над ней, потому что до смеха там дело не дойдет, потому что это был такой своеобразный выплеск мимолетных мыслей на эту тему, которые, в общем, не содержат в себе никакой юмористической подоплеки. Но мы пытались придать этому подоплеку веселую тему. Итак, начнем. Иногда кажется, что рекламщики сами не понимают, что они говорят и какую чушь они несут в массы. И если слегка подумать над текстом, который звучит в рекламе, то можно представить себе примерно следующее. А до этого дня твой взгляд был серым и невзрачным, теперь все изменилось.
Инновационная формула с коллагеном, цитратом калия, натриевой селитра, оксидом аммония и цветками ромашки создала новую ультрачерную тушь. Факс-мактор, тысячекратный объем. Сногсшибательный взгляд, который никого не оставит равнодушным. Факс-мактор, советуем профессионалам. Я назрел такой вопрос. Все мы знаем рекламу Вискас, а для тех, кто не знает, я напомню. Речь идет о том, что новые насыщенные кусочки Вискас стали еще вкуснее. Задается вопрос, а кто же их пробовал? Представим, вот у меня создается такое впечатление. Представьте себе коридор Академии наук. Два профессора-дегустатора прогуливаются после очередной пробы. Пожалуйста. Да, Иван Яковлевич. Нынче лосося я франц совсем не тот. В нем слишком много терпкости. Не хватает того изысканного привкуса этой прекрасной рыбы. По говядину соусе фиеста ее вообще молчу. Она такая жесткая, чрезмерно приторная, что недопустимая для рецептов, кошачьих рецептов. Полностью с вами согласен. Как будто им все равно, чем будут люди кормить своих домашних любимцев. Вот только телятина для гурме держится на уровне. Купить ее почти нечем испортить. Любочка, что у нас на обед? Сосиски с картошкой. О, вчерашний. Отлично. Вот это здесь есть. Ну, как вы уже поняли, наверное, я не смотрю телевизор. Да. Я тоже. Это желание у меня отбило вопиющая глупость, которая доносится с экрана. Я, например, никогда не пойму, почему образ большой, полной, счастливой семьи, где все радуются и улыбаются друг другу, почему этот образ используется в рекламе двухслойной туалетной бумаги «Зема Делюкс» с ароматом клубники. И я никогда не пойму, почему участник нашумевшего шоу «Интуиция», когда перед ним стоит человек в каске и... А второй стоит в галстуке и в очках. Почему он 7 минут думает, кто из них строитель, а кто экономист? Не смотрите телевизор, берегите свою психику. А я. Наша команда называется «Инспектор Кот». И мы приготовили, у нас песня, собственно, сочинение. Ну, музыка, правда, не наша. Про культуру. Лагерь проснулся, после порядки позвал нас на завтрак с запахом кофе. Со мной попрощались, посели будильник. О, как это сложно! В кармане жвачка, а значит мы живы, а значит нас любят, и мы их тоже любим. И пусть так и будет, и нас не забудет. Милый наш кучу, новые друзья, первая любовь забыть нам нельзя. Свечки у костра, слышишь, мы их сном, лучше дошира и запах макарон. Сладкой вам ночи! Юля и Дима бегут на планету, а босс очень строгий. Маша и Игорь, а с ними и Саша, спешат все туда же. Они ведь для нас, как папа и мама, а значит нас любят, и мы тоже любим. И пусть так и будет, и нас не забудет. Милый наш Кульчун, новые друзья, первая любовь забыть нам нельзя. Свечки у костра, зажигай не перестань, чудо широкий запах макарон. Милый наш Кульчун, новые друзья, первая любовь забыть нам нельзя. Мы перебили! Акапелла песенку миниатюрную. Миниатюр? Конечно, я даже готов как бы. Можете расступиться, я буду держать.
Мне кажется, тебе вернут там. Тебе не нравится Крым, черт с ним, приезжайте в Кучум, он такой один. Теперь останемся здесь мы, в ближайшие недели три. Тут будем мы друзей искать и никого не забывать. Ваш ателье у нас просто класс, здесь есть босс, он отдаст. Я помню, как я кушал ложкой бедную сосиску. Где же наши виски? Помогите, спасите, открываем окна. Кофеек, плюшки стынут. Объясните нам, нам, кульчумцы, почему я такой счастливый? И мы говорим коротко и о главном. Как известно, в общем, без простых рабочих людей наш современный мир не был бы таким разносторонне развитым. И мы хотели бы представить вам небольшую зарисовку о том, как без людей обычных простых профессий не мог справиться ни чиновник, ни президент. Политическая драма «Репка». Стоял солнечный день. Президент, решивший отдохнуть от серых будней, отправился на свою загородную дачу. Прошелся по своим владениям, увидел большую, сочную репку и захотел ее отведать. Как назло, не было никого, кто мог бы помочь. Пришлось президенту самому тянуть репку. Тянет, потянет, а вытянуть не может. Расстроился президент и решил позвать своего соседа-чиновника. Оторвавшись от пересчитывания, чиновник подключил на бок. Лениво тянув, он принялся тянуть репу вместе с президентом. Тянул, потянул, а вытянуть не мог. Совсем они отчаялись. И ничего им не оставалось, как попросить помощи у проходящей мимо скромной учительницы. Немного подумав, учительница согласилась. Гордо подняв голову, она прошла на президентский участок и, попросив президента с чиновником отойти, решила в одиночку вытянуть репу. Потянула одной рукой, и с легкостью вытащила репу. Репу вытянула, и господь Джен тоже вытянул. Пока не могу, но я не могу, 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 я не могу,
Ой, ой, жены, нет.